Друзья, добрый день. Меня зовут Лосинок Евгений. Я генеральный директор сети Викинг Туристик. Сейчас я нахожусь в Греции, регион Пиерия, между двумя поселками Паралея Катерини и Олимпиак Актия. Отель, который мы сейчас будем смотреть, относится к линейке, к цепочке Медитерана. И это отель Медитерана Принцесс. Вот он. Он находится на первой береговой линии. Море у нас вон там. Видите, недалеко, метров 300. Пляж песчаный. Здесь самый длинный пляж. 70 километров находится непрерывно. Они песчаные или галечные. Завтрак уже закончился, ресторан убирают. Есть терраса с видом на море, на территорию отеля, бассейны. И вот там вот море. Там есть небольшая велодорожка, я видел. Велосипеды вроде бы тут даже при отеле есть. Вот еще территория есть, небольшая детская зона, качели. Отель небольшой, территория компактная, есть бассейн. Отель хороший, сейчас, к сожалению, нам не покажут номера, потому что все занято. Если вам понравился данный видеоматериал, пишите ваши комментарии, ставьте лайки. С вами был Лосинок Евгений.